Привет, друзья! Здравствуйте, уважаемые коллеги! Причем под коллегами я имею в виду не только потолочников, но и всех тех, кто имеет какое-либо отношение к отделке, к строительству, к дизайну и так далее. Я хотел бы вас пригласить на 12-й форум натяжных потолков, который состоится в Москве 23 и 24 февраля. На этом форуме соберутся суперпрофессионалы своего дела, которые поделятся своим опытом с вами о том, как вести этот бизнес. Будут производители пленок, профилей, световой продукции, которые покажут вам все последние новинки, чтобы вы смогли их предложить своим клиентам. Этот форум будет полезен как монтажникам, так и замерщикам, менеджерам, новичкам в этом бизнесе, владельцам бизнеса, тем, кто даже у кого нету потолочного бизнеса, но они только задумываются, чтобы открыть что-то новое. Так как будут проводиться мастер-классы от и до, от общения с клиентом, повышения общего чека, стимуляции своих работников, общения на рекламациях, общением с налоговой, то есть куча всего, как производить замеры и так далее. Ну, нарезку всех семинаров я вам сделаю небольшую, чтобы вы понимали, о чем это. Для более подробной информации, ребят, вы переходите, пожалуйста, по ссылке в описании. Там все подробно расписано. Я прям все это запомнить не могу. Но также будет еще розыгрыш призов, будет автомобиль, поездка в Париж, розыгрыш инструмента и так далее. Причем будет еще розыгрыш билета. Розыгрыш билета это уже буду делать я. То есть организаторы предоставили мне один билет на данный форум. Для того, чтобы вам выиграть этот билет, нет никаких обязательных условий. Просто под этим видео пишите комментарий «Хочу на 12-й форум натяжных потолков» и все. Через неделю, в следующие выходные, я случайным образом выберу один комментарий из всего того, что здесь есть. Не, вы, конечно, пишите и другие комментарии. Просто перед тем, как выбирать, я поудаляю ненужные. Ну, ребят, пишите, пожалуйста, только те, кто действительно хочет и кто туда поедет, чтобы не просто так вы выиграли, и он у вас так и пропал, этот билет. Значит, в этом билете включены обед и кофе-брейки. То есть сама поездка и проживание, это уже, господа, за вас счет. Вообще, мероприятие такого рода преображает твое мышление, и ты перестаешь думать, как обычный потолочник, где найти наиболее дешевые материалы, как можно меньше заплатить монтажнику, как сократить всю себестоимость, чтобы сделать потолки как можно меньше, от этого нахапать себе больше клиентов и при этом заработать вот такую сумму. Но при такой схеме, ребята, все недовольны. Недовольны монтажники, потому как мало получают. Недовольны вы, потому как ничего не заработали. И недовольны клиенты, потому как, скорее всего, конечный продукт для него получится нехорошим. А посетив такое мероприятие, вы начинаете думать, что главное не цена, а главное качество конечного продукта. И при этом, господа, будьте все довольны. Вы будете довольны, потому что заработали больше денег. Монтажники будут довольны, потому что тоже получили большую сумму за монтаж. Клиент будет доволен, потому что ему все сделали хорошо, качественно, опять же. И, может быть, сделали то, чего еще в городе нет. Для этого там и будут все новинки. А теперь я вам сделаю небольшую нарезочку из того, что будет, и из того, что было на форуме натяжных потолков. Вы, господа, пожалуйста, пишите в комментариях все, что об этом думаете, и участвуйте в розыгрыше. Ну, надо ехать. Будет более 1000 участников, такого не было никогда. Будет разыгрываться машина, инструмент, путевки в Париж. Потому что те, кто впереди, смогут заработать больше. Как правильно работать с соцсетями? Как правильно работать с дизайнерами? Мы хотим жить богаче, лучше, но делаем одно и то же. Как провести переговоры с возмущенным клиентом так, чтобы в итоге он остался доволен и еще рекомендовал компанию своим друзьям и близким? Тренды 2019 года, лид менеджмента. И о том, что нужно, чтобы ваш бизнес лидировал в отрасли, был максимально прибыльным и давал вам не только деньги, но и удовольствие. Прибор для снятия замеров и раскроя пленки Apply Scan. Мы поговорим о новых трендах действий налоговых инспекций и как ФНС будут проверять компании в 2019 году. В рамках моего выступления я расскажу вам о простых техниках, которые каждый из вас сможет применить на замерах и научиться продавать с высоким чеком. Я расскажу вам о том, за что стоит платить и как, для того, чтобы у ваших сотрудников было желание работать.
how to become more successful. Мы будем говорить о том, каким образом стать более how успешными. How to make more money. Каким образом зарабатывать больше how денег. How to go over каким the barriers, образом преодолевать барьеры, сложности в жизни и в бизнесе. Я проведу круглый стол по работе с застройщиками. Я расскажу, чем вы сможете привлечь большие строительные компании. Для ассоциации «Напор» мы сделали автомат по продаже потолков. Моя тема поможет вам сэкономить рекламные бюджеты и эффективно их использовать для получения максимального количества трафика и заявок из социальных сетей ВКонтакте, Facebook, Instagram. Я буду рассказывать тему «Сила личного бренда. 10 эффективных инструментов продвижения личности». Переговорим, как работать с дизайнерами, что им нужно знать и почему они делают мало заказов у вас. Мы в Москве, отель Holiday Inn Сокольники, где проходит 11-й международный форум профессионалов рынка натяжных потолков. 2 дня, 4 направления, 600 участников, 10 мастер-классов.